Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в мир юрского периода. Начнем с наград. Так, рекламу я посмотрел. Еду потратил. Так, набор карточек пока не открывал. Моды соберем. Поехали. Давай, Чарли, подкидывай мне что-нибудь путевое, нормальное, ценное. По крайней мере, чтобы было это достойно. Единство. Это фигня на самом деле. Я ожидал от тебя, честно говоря, пак, чтоб ты мне просто его подсунул. Но нет, он не хочет. Он выдает устрашение. Так, задание выполнено. Все, награду забрали. Откройте набор карточек, 3 штуки. Используйте ускорение. Так, совершить сделку. Пойдем совершать сделки. Баксы на очки доверия я не буду менять. Увеличивать запас ОЗ на еду — это все ерунда. Подожди-ка, вот здесь что у нас? Превосходство. Нет, пожалуй, воздержусь. Здесь тоже энтолодон поменять на 826 ДНК. Что-то как-то не хочется, если честно. Дай-ка я, наверное, просто здесь поменяю. Ну, можно Галимима, можно Капразуха, Кулазуха. Лимносельсов у нас очень много. Обмениваем. Все. Забираем здесь награду. Остается нам карточки открыть, наборы и использовать ускорение. Так, покажите мне, что здесь. Окей. Погоди-ка, у нас тут закончено событие. Забрать. О, малька баксов привалила. А пак дадите мне? Конечно. И это птеранодон. Ну что ты будешь делать? Птеранодон у меня есть, у меня его много. Зато 5000 очков доверий. Сразу же одно задание сделали. И здесь тоже забираем награды. Так. Ну что, пора посмотреть, что у нас здесь за события. Битва за выживание, монстры, биокуполы, землетрясение. Так, только для травоядных. Ага, травоядные против хищников, я уже понял. Монстры биокупола. Слушай, ну вот это... Конечно, можно попробовать пройти. Арктодус, Лосмотерий и Дедикурус. Ну что ж, давай приступим. Против Арктодуса я возьму Эриматерия, наверное. Да? Против Лосмотерия мы возьмем... Кого тут можно взять? Шерстистого носорога. Ну, Смелодона возьму, так уж и быть. И против Дедикуруса я возьму, наверное, Келлинкина. Нет, лучше Эндрикотерия. Чё-то я немножко тут, конечно, сомневаюсь в своей победе, буду честен. Сейчас в данный момент просто попробую взять их своим преимуществом. Классовым, естественно, классовым. Слушайте, ребят, у вас тоже вот это вот долго идет загрузка? Вот я заметил... После последних обнов очень долго приходится ждать, пока мы загрузимся. Да? Блю. Угу, прогрузилось вроде бы. Ну, давай я, наверное, сделаю так. Я не думаю, что этот медвежонок будет меня атаковать. Ты смотри. Он совсем оборзел. Раз, два, три. Сносим его в труху. Лосмотерий. Блин, 347. Ладно. Достаточно ему одной атаки. Я так и понял. Я так тебя и понял. Раз, два. Я же знаю, что он взял защиту одну. Конечно же. Вырубили. Ну что, Дедикурус, тебе придется в любом случае тратить две атаки. В любом случае. При любом раскладе. Ну что же. Я так понимаю, все, ему крышка. Довольно легкий поединочек здесь у нас был. Но это всего лишь первый из трех. Так что мы двигаемся дальше. Потихоньку, не спеша. ДНК, отлично.
Давай смотреть дальше. Архиотерии, Титанобоа и Синтетоцерас 35 уровня. Нифига, он красиво смотрится. Значит так, возьмем шерстистого носорога. Здесь я возьму Келлинкина. Давай так сделаем. А против Синтетоцераса у меня пойдет... Конечно, хотелось бы, наверное, взять Паноктуса. И я, наверное, возьму его. Или же можно взять Мамонта. Так, сейчас прикину. Я, наверное, возьму Мамонта. Поехали. Лишь бы не прогадать. Остальное не важно, да, друзья? Ну давай, 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 быстрее прогружайся. Что ты там? 3 часа теребунькаешь. Ну что? Попробуй сделать так. Будет меняться? Будет. Оу, Титанобоа. Ну что, Келлинкин здесь нам поможет, скорее всего. Должен, должен нам помочь он. Вырубай этого сосунка. Так, Архиотерий выбежал. Ну и чё? Ну и чё ты тут прыгаешь кузнечиком? Ну, допустим. Возьму шерстистого носорога. И вот так. Кстати, надо было, наверное, нам... Ладно, фиг с ним. Не буду я пока ничего менять здесь. Все сливает. Красавчик. Он все слил. Выходит у меня мамонт. Этого будет ему предостаточно. Архиотерий. Слушай, так мы и Архиотерия заодно вынесем. Получается, у нас классовое преимущество перед ним. Так что он нам здесь вообще ничего не сделает. Погнали. На тебе. Ну что, второй поединок тоже за нами. Остается последний, третий. Так, ДНК забрали. Энтеладон. Тут, понятное дело, Телокосмир пойдет. Против Арктодуса пойдет у меня Паноктус. А против Титанобоа пойдет Уртинотериум. Да, это 100% выигрышная команда. Сейчас еще посмотрим по урону, сколько будет выходить. Этого сразу выносим. Давай, Телокосмил. Арктодус. В принципе, его тоже можно вынести. Без проблем причем. Или он поменяется? Нет, он не стал меняться. Проверочка. Ах, если бы я 2 атаки бы ему сделал, мог бы его вырубить. Типа, проверяешь меня, что ли? А? Балу. Ну, сейчас допроверяешься. До свидания. Титанобоа. Ну, тут, конечно, мы этой змеюке проиграем. Паноктус, давай, действуй. Всю свою мощь сбрасывай на эту змеюку, да. Слушай, ну довольно легкое на самом деле событие. И слава богу, у меня животных для него, для этого события хватило. Так что забираем наши награды. Колесо призов. Сейчас какую-нибудь фигню, как всегда, пацану, да? Опа, Фараракас. Слушай, ну неплохо. Я думал, будет хуже. Фараракас меня вполне устраивает. Так, завершите ежедневки. Нам нужно ускорение еще использовать.
Нам нужно еще использовать ускорение. Так, а что у нас тут? Ага. Генодус. Поместили. И Карнораптор. Тьфу ты, Карнораптор. А, ну да, что-то я, ребят. Вы точно хотите его продать? Нет. Я нажал сюда, да, нечаянно? Зачем мне его продавать? Он мне нужен. Блин, может быть, здесь завершить как-то по-быренькому, не? Не получится. В принципе, я могу это... Вот так вот. Да ёк, макарёк, это уже начинается, ребят, издевательство самое настоящее. Ты посмотри, а. Ладно, не буду я здесь ничего делать. А вот и ускорение сделали, кстати. Ну что же, 3 ПВП. А битвы нужно всего лишь сделать. 250 ДНК. Спасибо. Так, ну что, давай посмотрим. У нас битва за выживание и землетрясение. Секундатозавр, да, получается. Ну вот как его тут попробовать вольнуть? Ну давай сделаем так, например. А, тут один только, один на один. Ты серьезно? А почему апатозавра здесь не дали мне? А только у эрхозавр один. А, вот апатозавр. Четыре, куда ты смотришь, ё-моё? Ну давай попробую, просто, ребята, попробую. Мне кажется, конечно, тут шансов маловато, очень мало будет шансов победить его. Еще вытворяет. Это мне нужно как минимум сколько? По 200? 4 атаки ему провести. 4. В принципе, вот сейчас я его ушатываю. Все, до свидания. Но тут хорошо получилось. Орхозавр, слава богу, такой не жидкий парень. По хпшкам вытянул. Блин, а тут 4 поединка. Ну вот, началось. Спинораптор плюс Сигантатаз. Ладно, с этим мы разберемся. А вот что мне делать со спинораптором? Я не знаю. Эламбия вряд ли справится здесь. Апатозавр. Ну ведь вырубит он его. Ладно, я попробую сделать вот так. И вот так. Поехали. О! 359. Это считает... Ну, округлим 400. 400 к атаке. Это мощно, ребята. Это мощно. Сейчас вырубить меня может. Я хочу потом апатозавром просто снести их тут в пыль. Давай так проверим. Я хочу, чтобы он слил все свои очки накопленные. Так, он все, по-моему, да? Все слил. Угу. Раз, два, три. Раз, два. Тут вырубаем, понятное дело. Сигунтатозавр. Да, давай. Смотри, ничего не стал делать.
Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну даже если... Ага. Вот ты как. Сливай все, парень. Сливайте, сказал, все. Мимо кассы, парень, мимо кассы. Ну что, рискнем? Или все-таки еще потерпим? Давай-ка я потерплю, малька. У меня здоровья хватает, слава богу. А вот теперь... Вот теперь я, пожалуй, пропишу. Должно хватить, ребят, должно. Есть. Рискованно, на самом деле, было. Но, как видишь, все у нас получилось удачно, слава богу. Так, третий поединок. Ёк-макарёк, Альбертозавр и Сфинакодоны. 63 по откату. Как ты прикажешь мне с ними вот бороться? 124 на откат. С этой командой я могу справиться, но тогда что мне делать с четвертой? Вот в чем беда-то вся. На четвертую команду мне просто не хватит мощей пробить. Есть еще один вариант. Это подождать. Что это такое? 428. Битва титанов каких-то. Есть еще один вариант, друзья. Просто подождать отката. И завтра допройти. Типа того. Так, давай посмотрим. Битва за выживание. Ютараптор плюс дипло... Каулус. Ну, здесь все легко. Берем Лимносцериса. А сюда я возьму Колоборинха. Поехали. Наверное, все-таки один поединок я проведу, ребят. Фиг с ним. Потрачу Анкилодок, а потом завтра, например, я могу допройти это событие. Как раз они будут все в откате, да? Как вариант. Ну что, кусаем? Ага, хвостом, ну ладно. Это твоя большая, огромная ошибка, парень, была, наверное. Да. Так, Диплокаулус. 45 к атаке. Не пробил. Я сделаю вот так вот. Ну и все. Давай, Колоборинг. Показывай свою прыть и мощь. Выноси его, чертовой бабушки. Такой когтями, что так быстро. Чу-чу-чу-чу. Нашинковал, одним словом. Молодец. Так, здесь три поединка. Захапчик. Так, Гатс плюс Стегоцефал. Ну, против Гатса я возьму, наверное, Бонитозавра. А вот против Стегоцефала мне придется взять... Ну, не Аланку же, ё-моё. А кого? Лонгозавра. Пеликанептерикса. Да фиг с ним. Возьму Гуалу. Я знаю, ребята, знаю, по классу мы не подходим. Но я все равно должен пробить его. Так что, думаю, никаких проблем не должно у нас возникнуть. Так, 49 атаки против 101. У Гатса нету шансов. Просто нету... Ага, подожди-ка, 49. Это 50. Че, вырубит, что ли? Не, не вышло. Вот так вот сделаем. Все, Гатс рухнул.
Стегоцефал. У него 54 к атаке. Слушай, мне кажется, я его могу завалить. Причем в легкую. Да? Вырубаем. Ну что, остается последний поединок. Думаю, опять же, никаких проблем не должно у нас возникнуть. Трицератопс плюс стегозавр. Вот так вот делаем, да и все. Тут алангозавр одного будет за глаза. Он просто вырубает этого трицератопса. Ну и также этот попадает под раздачу. Давай, стегозавр. Шансов 0, 29 к атаке. Какие тут, ребята, шансы у него выиграть по отношению ко мне? Никаких. Вот и все. Алангозавр покричал, как говорится, на дорожку. И мы... Я все-таки, ребят, попробую в этом событии. Так, хавчик — это хорошо. Плюс очки доверий. Все-таки попробую, ребята, отыграть. Ладно, поехали. Раз, два. Только сделаем, наверное, немножко не так, а... Вот так вот, скорее всего. Естественно, первый пойдет у меня как пушечное мясо. За счет него я буду набирать очки. Много, конечно, мы тут не насобираем. Буду честен. Ну, сколько получится. Главное, чтобы они сливали как можно больше очков. Так, копит. Я тебя понял прекрасно. 5. Все слил, отлично. И мы еще и выжили. Так я скажу тебе, следующий парень, ты попал. По крупничку, кстати. Фига себе, я не ожидал. На. Я не ожидал, что Эниозавр вышвет. Ну что, сфинокодон? Боишься, да? Боишься. А если я, например, все солью? Я же могу его вырубить. Более чем. Тыдыч. Шесть. Но ему достаточно, ребята, одну очку действий потратить. А, два он тратит. Погнали. До свидания. В этом поединке, в принципе, я не сомневался. А вот в последний, который у нас остался, я не смогу его пройти в связи с тем, что у меня не хватает. Нифига, ну ладно. С этим-то можно разобрать. А вот, слушай, ну в принципе этого хп мало. Было бы у меня побольше баксов, я бы сделал бы откаты и... Сколько? 21 час. Я думаю, завтра, может быть даже сегодня вечером, если откат успеет пройти, я допройду это событие. Друзья, ничего, в принципе, здесь сложного нету. Что у нас там по заданиям, по нашим ежедневным? Что я не сделал? ПВПшки не сыграл, да? Да. Поэтому погнали в ПВП. Бананогномиус, Хайнозавр и Генодуса. Нет, Ромалезавра. Специально взял три разных класса. Давай, соперник. Опачки. Ну, как всегда, ребят, как всегда. Гибриды. Да-да. Что еще может против нас выйти? Если я поменяю. Ему только лишь на Леоплевродона меняться получается, да? Получается так. С
Слушай, ну этот нам, в принципе... Кто против него хорош? Ага, понял, 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 понял. Меняюсь, меняюсь, меняюсь. Посмотрим. Он поменяется, скорее всего, сейчас. Ну что, мы тогда тоже его уничтожаем. Раз он раскрылся. Раз, два, три. И вот так вот. Допустим. Декодерма появилась. Что-то мне подсказывает, что я здесь фейлюсь, ребят. Он поменяется, наверное. Странно. Ладно. Проверим. Так, вырубаем, да? Двенадцать. Тебе в любом случае придется две потратить, у тебя три останется. А, нет, ему три очка действия придется потратить. Три. Три очка действия он потратил. Угу. Раз, два, три. Проверим. Ну и все. Наверное, сейчас мы... Да, должны, по идее, распечатать, ребят. Хватит мне этого всего? Должно хватить. Есть. Иди ко дну, чертов леоплевродон. Красавчик, ромалиозавра не подвел. Приз эксперта. Не чтоб дали мне вон там, где черепашка была, да? Давай еще разочек крутанем. Может, что-нибудь выпадет. Ага, 100 ДНК. Ну что, еще разочек поехали. Теперь пошла тяжелая пехота у нас. Так, вот так сделаем. Телозавра возьму. Чтобы все разные были. Если бы мне выпал бы еще один генодус, мы бы смогли бы и прокачать его до 30 уровня. Синатодон, лептостега, декодерма. Блин. Лептостега, декодерма, блин. Ты посмотри, посмотри, сколько атаки. Ёк-макарёк. Так, кто против волнорезов у нас хороший? Генодус, да? Ладно, посмотрим. Пойдет меняться? А, нет, не стал. Самоуверенный чепушила, да? Раз, два, три, поехали. Пробивной. Так, дальше у него лептостега. Блин, 764. Че, он сейчас укромсает меня. И что делать? И что тут сделаешь? Раз, два. Ага, все, я понял. Нет! Ну какого лешего ты? Одну защиту вот надо было ему взять, а, ребят? Уничтожит, понятное дело.
Но он все слил. Все слил, получается, нам надо его здесь добить. Раз, два. И раз, два. Вот так вот сделаем. .447. О, ребята, он сейчас все в атаку. Он все в атаку сольет. Мне надо было... Мне надо было взять 3 защиты. Ну, кто знал, ребят, ну, кто знал, что 3 защиты надо было взять, блин. Я взял 2 на 2, блин. Не прокатило, ну, что ж. Так, нам еще нужен, да, один поединок. Давай тогда, наверное, вот здесь вот попробуем. Раз, два, три. На динозаврах поиграем. Угу, вот таких нам дали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что же нам тут сделать? Спинораптор. Ну, окей. Давай поборемся. Ну, что ты там шипишь, шепелявый? Ребят, я предлагаю, наверное, его пробить. В легкую. То есть он его как пушечное мясо, что ли, хочешь сказать, сбрасывал? Возможно. Ну что, 3 атаки ему придется прописать мне. 2 останется у него. Сейчас посмотрим, как мой Индоминус будет его кромсать. И будет ли он его вообще кромсать. Рискнул. Тьфу ты нафиг, а. Риск не оправдался, ребята. К сожалению, не оправдался риск. Раз, два, три. Да что ты, блин, будешь делать-то? У него, оказывается, одно очко еще было припрятано, блин. Очкозады, я проиграл, короче, ребят. Да не охренели, что ли, давать, блин, мне тут 30-го и 35-х уровней гибриды. Конечно, тут нифига не получится. Ладно, друзья, сделал я, короче, ПВП поединки. Забираем наши награды. Ну дай мне пак открыть. Еда, еда, доллары, ДНК. Все. Поздравляем, вы выполнили. Понятное дело. Так, здесь у нас еще не созрело. 20 часов, 23 часа, один день. Понятно, тут еще, короче, ждать, ждать и ждать. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.